Омские единороссы выбрали нового лидера. Региональное отделение партии возглавил первый заместитель главы Омского района Юрий Титянников. За его кандидатуру на отчетно-выборной конференции проголосовали 147 единороссов. Вторым кандидатом был выдвинут секретарь Калачинского отделения партии Владимир Александрия. За него проголосовали 25 человек. В новой роли Юрий Титянников планирует провести аудит партийных проектов, начать подготовку к выборам в городской совет Омска, ну и развивать детский спорт. К слову, эта тема ему достаточно близка. В структурах власти он с 1992 года занимал различные управленческие должности, ну и курировал молодежную политику. Главная цель вообще и партии, и наших ребят – это улучшение жизни омичей. Нам предстоит сегодня в городе вновь вернуть это доверие. Но доверие завоевывается не посылами политическими, и не лозунгами, и не буклетами или какими-то газетами. Доверие завоевывается реальными делами, которые идут на благо каждого человека.